То, что мы пережили в 2020 году, наверное, это был новый опыт. И в этом смысле, на мой взгляд, 2021 год гораздо больше похож на 2019, 2018, 2017 годы, потому что это более традиционная динамика, более понятные задачи. Но, мне кажется, год 2020 нас сильно изменил, и мы уже никогда не будем прежними. Та ситуация в экономике, которая сложилась, она не вселяет в оптимизм. Только что закончилась аналитическая сессия, которая еще раз подтвердила, что в этой бочке с дегтем есть все же ложка меда, но и этого меда очень немного. И поэтому вызовы, которые стоят перед всеми компаниями, это каким образом вести бизнес для того, чтобы он был успешен, несмотря на ту экономическую ситуацию, которая сейчас складывается. Всегда есть классический подход, связанный с тем, что необходимо изменяться с изменением всего рынка, и тот, кто быстрее изменяется, тот и будет выигрывать. Там вторая история связана с эффективностью, и, наверное, те рецепты, которые работали в 2018-2019 году, не всегда будут срабатывать в 2021, но мы пережили уже не один кризис, и был 1998 год, был 2008 год. В этом смысле мы уже привычны к тем изменениям, которые происходят на нашем рынке.